Также мы принимаем заявления на получение путевок в течение всего этого периода на летние каникулы по трем направлениям. Это Болгария, юг Тюменской области и Краснодарский край. На сегодняшний момент нам уже доведены предварительные квоты по тем путевкам, которые будут переданы из Департамента по молодежной политике. И мы уже знаем, что у нас дети поедут не только в Болгарию, но также будут передаваться путевки в Италию. Будет также у нас поездка в Казань, Курган, Краснодарский край, это город Анапа, город Туапсе, юг Тюменской области в Тюмень. И вполне возможно, что будут поездки еще в Литву и другие страны.